sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Меня зовут Кирилл, я из города Ростова-на-Дону, Россия, мне 21. What are you studying at age of you? Я учусь на четвертом курсе бизнес, менеджмент. Okay, what's so special about age of you? Все курсы в университете преподаются на английском языке. Это как бы основная черта университета. And how long have you been here? 4.5 years. Okay. And are you enjoying your studies at ASMU? Да, в общем, все здесь нравится. Хорошая окружающая среда, особенно, которая помогает учиться. Okay. What do you think about us teachers at ASMU? Большинство преподавателей, особенно на моем факультете, очень достойные люди, и они знают то, что они преподают. То есть каждый из них добился многого в своей сфере преподавания. What's it like living and studying in Thailand? Обучение в Таиланде намного интереснее, чем в России, и более продуктивно. Okay, well, thank you for joining us and sharing this with us this afternoon. Thank you. Well, could you please tell us something about yourself? My name is Russia. Yeah, Russia. Меня зовут Катя. Мне 17 лет. Жила я раньше в России, в Приморском крае. Сейчас я переехала сюда,
и учусь на AAP курсе. And what do you study at Leiden University? AAP. AAP. Yeah. And what's so special about Leiden University? Этот университет очень хороший и очень качественный. Потому что учителя здесь очень хорошие, да и обучение здесь тоже очень хорошее. А преподавание на английском языке можно за 2 месяца или за 3 месяца выучить английский язык в очень хорошем состоянии. А 2 months, 2 месяца. Are you enjoying your studies? Yes. Да, я считаю, что это очень хороший курс, и, как я говорила, университет это очень хороший, так как здесь преподавание очень хорошее. What do you think of the teachers at Leiden University? Учителя здесь потрясающие, очень интересные, очень добрые, не то, что иногда в России учителя бывают, а с ними можно вести беседы, спрашивать что-то, если что-то. What's it like to live and study in Thailand? Переехала сюда в Таиланд и не жалею, так как Asian University считается очень хорошим университетом. И если вы сюда приедете, вы ни о чем не пожалеете. Good afternoon. You tell me something about yourself, your name, where you come from, how old you are. Приехал из России, из города Воронеж. Мне 28 лет. Okay, and what are you studying at Asian University? Я приехал сюда учиться английскому языку. Это длительная программа обучения. Okay, what's so special about Asian University? Здесь хорошо то, что все преподаватели разговаривают с вами исключительно на английском языке. И даже когда вы хотите спросить, переспросите, что-то вам непонятно, но все равно должны общаться на русском. And how long have you been here with us in Asian University? Я учусь здесь уже 3 недели. Не такой длительный срок, но я бы продолжал. Are you enjoying your studies? Да, мне очень интересно здесь обучаться. Очень различный подход преподавателей к обучению. What do you think of the teachers here at the university? Как я уже сказал, очень разные преподавания. Они все приехали из, они так называемые native speakers, и они приехали из различных штатов, в частности из Америки, также приехали из Англии. What's it like living in Thailand? Здесь очень тепло, действительно, в России,